Я хоч немножко я сніму, все нажива здорова. Ой, ти моя хороша. Ай, страшно. Пока роздулися. Вот то, где она хочет. Бедный, в глаза смотришь, да? Мамочка будешь. Будешь мамочкой. Ой, а там что-то видно? Что-то сделать, посмотреть. Надо еще новый разбираться, что там видно. Тише, держи. Ты улай, чтобы ей было... Хороший. Что-то можно, ну, вот разобраться, странно. Какие-то такие... Ты улай, чтобы... Не ну, чувствовал, что ты рядом. Ну что там, можете сказать, по увиденному? Отпускать меня? Сейчас я буду. Я думал, что там уже будет как бы видно, что они идут или не идут, еще нет? Как? Сейчас посмотрю. Не надо сильно вытирать. Прячется. Как днем успели, а тут ну, ночью, то же что делать, Бог его знает. О, ну это похуй. Это что еще? Я что-то там. Стоит спокойно, смотря. Что, будет дрожать свет? И стоит спокойно, смотрите. Кряхтит. Не, ну она покусила. Что-то дома делали. Доктор, видно, специалист. Ну что, стимулировать себя? Ну, уже не надо этим ждать. Приехал уже. Терпи. А что на одного второго ну как вот быстро? Ну, на еще один за одним. А, кто-то ну то же время. Можем до утра здесь быть, да, если она будет, ну, рожать. Да, я думал, то быстро, раз, и все сразу по новой очереди выскочили. Давай, девочка, давай. Она кряхтит вот так вот. Мы бы спали, наверное, сын пришел с гулей. Она кряхтит, я слышу, кряхтит что-то. Давайте скажу. Не жалко.
надо ничего делать. Вот, ничего делать не будем. А это нужно, температура так, да, меряется? Я это где-то в интернете читал, что он попу вставляется. А как мы себе там вот измеряли с тобой? Вспомни. Так же измеряла, да, Света? 37,5. Сколько температуры, Света? Видите, сколько температура? Операторская твоя деятельность. Сейчас, ясно. Сколько температура? Скажут. Сейчас еще. Сейчас я хочу узнать температуру. Мы вот сами зря ехали. Низковатая температура, ничего не делать.